Всем здорова, дорогие друзья, с вами Драгин, и сегодня у нас Simple Car Crash, но именно информационное видео, именно по поводу того, то, что было очень и очень много комментариев, потому что у них не было просто-напросто повреждений. И да, ребят, это было очень много, вы мне писали, ну и кто, в принципе, заметил во вкладке сообщества. Ну, она у меня появилась, да, если кто-то не знал, то я там опубликовал обновление, именно описание, что нового, это то, что, ну, исправление бага, и можно теперь сделать настройку повреждений. Да, ребята, ее можно сделать как и медленную, так и такую, которая сейчас она обновила, или как у меня. И давайте, ребят, сейчас мы посмотрим. Как же это сделать? И вот, ну, многие писали то, что у них только стекла разбиваются, да, ребят, это была такая проблема, и разработчик сразу же это увидел и закинул патч, можно так сказать. Мы заходим в настроечки, и вот тут расчет повреждений, GPU, и вот у всех оно, кстати, было, просто после обновления, когда я снимал. И поэтому, в общем-то, значит, у вас телефон просто не поддерживал GPU ускорение, и поэтому не было повреждений. Но если расчет повреждений сделать на КПУ, делаем принять, поехали, то у вас будут повреждения точно такие же, как и в старом обновлении. Да, ребята, у вас такого таких повреждений не будет, как сейчас. И будет, в принципе, все по-старому. То есть вот. Ну, будет также хуже. Она немного бьется, конечно, да, немножечко. Вот, ну, примерно так. Мы можем сейчас даже сравнить вот GPU и как бы... Главное одинаково просто проехать. Вот разница, в принципе, есть, так как машина реально хуже немножко начинает биться, но... Улыбочка. Да, идеально, кстати, у нас тут отлетело все. Ну ладно, теперь мы заходим в гараж, меняем на GPU. И просто вы сами сейчас поймете разница. Возможно, для кого-то покажется, что КПУ это даже наоборот лучше, но на самом деле не так. Да, кстати, кто заметил, вот эти кубики сделали, а знаки убрали. Сволочи такие. Но ладно. Едем, точно так же главное перевернуться. Вот так. Ну, не так, естественно. Самое главное просто боком перевернуться, чтобы машина начала кувыркаться. И это вот так. Такой, оп. Ну и... давай, 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 давай. Молодец. Ну, примерно, да, так же будет сейчас. Ну, как примерно там у нас машина вообще кувыркалась, а тут говно какое-то получается. И когда я хочу нормально все сделать, ни хрена ничего не получается, ребят. Проклятие? Наверное. Напишите в комментариях, как избавиться от проклятия. Да, кстати, насчет вкладки сообщества. Что это за говно? Чекайте, пожалуйста, ее частенько, когда заходите в YouTube, потому что я там очень часто полезную информацию выкладываю, и многие, конечно же, этого еще не знают, ну и не видят. Поэтому вот небольшой такой вам совет. Так, ну а у нас примерно, ну, не знаю... Моя задача, чтобы она просто начала кувыркаться наконец-то, но, к сожалению, нет. Я, кстати, очень радостный, потому что сегодня еще должен быть видосик по Барвихе. О! Наконец-то, Санек, братан! Ну, да. Она немного... она меньше бьется, я пытаюсь ее сделать... ну, как бы вот уже разница есть, в принципе, да? По крайней мере, по крыше, вот по всему вот этому, да? То, что она не... Она, ну... Кстати, нифига себе тут сплющил. Что она получше просто начала биться. Давайте еще раз попробуем, так уж и быть. Вот. Это информационное, в принципе, видео. Тут ничего такого не будет. Ну, просто небольшие эксперименты. И как бы я объясняю вам то, что... Как сделать, чтобы у вас повреждения все-таки были? Примерно как-то так. Еще можно также сравнить, потому что я, естественно, также не проеду. Я просто-напросто сейчас еще раз переключусь на КПУ, и вы просто все поймете. Переключаем медленно. Так, ну, по сути, КПУ это повреждение старой версии. Ну, которая была самой первой. А GPU это те повреждения, которые уже в новой. То есть, очень мурочно. Мурочно, да. Че, я сейчас еще и... А нет.
Уже повредилась. Прикол в том, что даже еще стекла не по... лопались. Не, я знаю то, что есть такая штука, как закон подлости, но я не знал то, что она еще и в игре действует. А, вон как я сделал. Вообще круто на самом деле. А, ну еще на бачочек. Ну да. Ребят, ну... не мой сегодня день. Да. Не хочет машина повреждаться. Да упади ты наконец-то. Молодец. Просто упади до конца, чтобы я мог показать разницу. Спа. Си. Бо. Так. Да, кстати, хочу еще выразить благодарность Казбеку, там, не помню, сорян, фамилию. Вот он мне, кстати, делал оформление канала. Но по повреждениям, кстати, машина приуныла, особенно задница, которая уехала хрен знает куда, и теперь багажник стал намного меньше. И плюсом еще порог. В общем-то, ребят, на этом все. Я надеюсь, вам помог, да? Я надеюсь, нашла лайк. И как бы напоминаю еще то, что вкладка сообщества там всегда, ну, не всегда, но очень часто еще будет появляться полезная информация. Соответственно, туда еще будет чаще закидываться информация, ну, где проблемы какие-то будут у людей в игре, я буду, естественно, в сообществе опубликовывать ответ. Вот. Ну а на этом все, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, те, кто до сих пор этого не сделал. Ну и специально на колокольчик нажмите, пожалуйста, потому что чтобы не пропускать мои новые видосики. Пишем крутые комментарии, ведь я их всегда лайкаю и читаю. Ну и, в принципе, на этом все. Всем спасибо и всем пока-пока.